Друзья, любите спорт? Тогда, я думаю, этот парень вас заинтересует. Воркаут, зарубы, вызовы и многое другое вы сможете найти у него на канале. Он умеет мотивировать, а также добивается собственной цели и научит этому вас. Если интересно, ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня будет жесткая заруба воркаутеров. Я их буду уничтожать. Вы все помните, наверное, все помните, я давно снимал 5-минутку на бицепс. Это очень жесткие упражнения, там просто многие не вывозят эти упражнения. Посмотрим сегодня, как они справятся. У меня есть упражнения, я им буду говорить упражнения, какие нужно делать, и будет включен секундомер. То есть 40 секунд, потом 20 секунд отдых и так далее. Давайте приступим, на экране, я думаю, тоже все будет. Полетели. Первое упражнение — это подтягивание на турнике обратным средним хватом, 40 секунд. Время пошло. I'm sipping on some juice and some bae. Yeah, yeah, I'm sipping on some juice and some bae. Oh man, I feel that ghost in my veins. She said she's feeling loose off the flame. She said she loves the view from my place. I'm feeling hella lit, I'm okay. This whiskey is the shit, man, I'll say. I need another hit of your J. Подтягивание на брусьях, 40 секунд. Now my mind is hella split, feel the fade. I'm like, hold up, I say, girl, can you come a bit closer? I need closure, this shit ain't over till it's over. I'm like, hold up, I say, girl, can you come a bit closer? I wanna get to know ya, goddamn, I'm feeling it was over. Точнее, 20 секунд отдыхаем. Наврал. Потом будут подтягивания на турнике обратным узким хватом. Приготовились, 10 секунд осталось. Подтягивание на турнике обратным узким хватом. Вот здесь, вот здесь. 5 секунд до старта. 4, 3, 2, 1, 0. Погнали. Немножко отдыхаем пару секунд и статика на турнике на бицепс. 40 секунд. Все, погнали, статика. When I'm staring at the moon, when everything like I'm undefeated too. Call it a sweep, cause we're breaking up the broom. I'm like, hold up, I say, girl, can you come a bit closer? I need closure, this shit ain't over till it's over. I'm like, hold up, I say, girl, can you come a bit closer? I wanna get to know ya, goddamn, I'm gonna do it sober. Потом будут подтягивания на брусьях параллельным хватом. Эрик, еще рано домой. Это просто жесть. Я уже готов. Параллельным хватом. А пока они отдыхают, можно я сальтуху сделаю? 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah, the best.
Подтягивание на турнике обратным средним хватом. Что мы подписались? Давай, 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 без отдыха. Полетели, ребят. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip, taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy, ever since I was 16. Wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that device of the enemy. Yo, do you believe in destiny? Ноль, отдыхаем 20 секунд. Еще два упражнения, пацаны. Легкие, легкие упражнения остались. Следующее подтягивание на брусьях. Вот здесь опять будет. Идем сюда сразу. 10 секунд до старта. Три, два, одна, ноль. Подтягивание на брусьях. Let's go! When the sun goes down tonight, yeah. There'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down tonight, one, two. Ноль. Сразу же без отдыха, быстро на турник, статика. Сейчас давай, кто выдерживает, тот выиграл. Что? Полетели, быстрее, быстрее, быстрее. 20 секунд. Быстрее, быстрее, статика, статика, висим. Быстрее, быстрее, быстрее. Three, let's go! Yeah. Красавчик, слушай, от души вообще, блин, парню 16 лет, машина просто. Ну что, ребят, вот такое вот состязание жесткое получилось. Эрик выиграл, конечно, совсем на чуть-чуть, там на пару секунд, но все равно выиграл. Очень круто, да, ребят, получилось? То есть жесткая заруба была. Вот, легко. Да, подписывайтесь на их инстаграмчики, в ссылке в описании все будут. Увидимся в следующем выпуске, как всегда. Будет еще много интересных видосов с ними. Подписывайтесь на канал. Пока!